Курский «Авангард» обыграл питерское «Динамо». Это вторая победа в двух последних турах. Причем полицейские были в роли явных фаворитов и претендовали на вторую строчку в турнирной таблице. Тем не менее, команда Александра Беляева матч в городе на Неве провела по неожиданному для многих сценарию. Первый гол забили уже на 7-й минуте матча. Ильнур Альшин с 30 метров исполнился штрафного, полуудар, полунавес. И мяч, никого не задев, влетел в сетку. Еще до перерыва наши футболисты успели удвоить преимущество. Затяжную комбинацию прицельным ударом из пределов штрафной завершил Дмитрий Коробов. Ответ динамовцы смогли организовать лишь однажды. Да и то на 83-й минуте. Мяч отскочил от перекладины прямо к Кириенко, который и добил его в ворота. Сейчас «Авангард» с 15 очками располагается на 11-м месте в турнирной таблице. Следующий поединок состоится в Курске 16 сентября против волгоградского «Ротора», замыкающего зону вылета.